Так, друзья, все забываю снять свою Golden Princess Спирейка. Вот она такая, на полном солнце. Ну что, вот я приехала, неделю не поливала. Конечно, она была у меня грустная, стояла на полном солнце в песке. Так что полное солнце красота, но вот она немножко грустит и печалится, когда нет дождичка. Скоро она наберет, вот уже набирает бутончики и будет цвести розовыми зонтиками. Вот она так формируется, в принципе, сама. Я ее в этом году мало, по-моему, чуть-чуть только обстригла, вырезала сухую. Так, друзья, это спирея Golden Princess. Вот такие вот красивые, замечательные кустики у нас, литровых. Это в литровых, есть больше, гораздо больше, в трехлитровых горшках. Они тут такие все пушистики стоят.